Активисты местного отделения молодой гвардии «Единой России» провели в Люберцах турнир по волейболу. За финальными играми, которые состоялись во дворце спорта «Триумф», наблюдали и мы. Турнир по волейболу «Гвардейская машина» впервые провели в апреле прошлого года. Тогда за выход в финал состязались 6 команд. Сегодня вдвое больше. Стараемся по максимуму привлечь молодежь разных возрастных групп, популяризовать волейбол как вид спорта, дать ему толчок, чтобы ребята занимались, мотивировались. Сейчас проходит, получается, полуфинальные уже матчи. То есть мы сначала провели групповую стадию для команд. И, соответственно, 4 команды сейчас будут бороться между собой за выход в финал. В составе команд люберецкие школьники и студенты. Игроки ловко передавали друг другу пас, преодолевая препятствия на пути к победе. Вот недавно выиграли партию, полуфинал получается. Выиграли счетом 25-16. Все мотивированы на максимум. Все настроены. Будем бороться. Вот эта игра прям на эмоции вывела. Было очень интересно. Ну что, ребята у меня молодцы. Соперник вот сейчас в полуфинал прошли, хотя бы уже посильнее стали. Так, мы самые сильные, мы дойдем до финала, спокойно выиграем. По итогам игры победу одержала команда «Зона удивления». Рэмпейдж стала серебряным призером. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.